Теперь несколько слов о ситуации в Молдавии. Молдавское руководство продолжает озвучивать стандартный набор обвинений в адрес России, в том числе введение, как говорит режим Санду, гибридной войны, подрыве европейского пути Республики Молдова. Объясняют это тем, что российские граждане якобы видят евроинтеграционные успехи Кишинева и, как утверждает нынешняя власть в Кишиневе, впечатленные свободой и демократической Молдавии, начинают сомневаться в имперской модели развития России. Соответственно, задача Москвы, по логике кишиневских правителей, любыми средствами сбить Молдову с этого самого европейского пути. У меня такое ощущение, что пару бандеролей молдавские власти перехватили, которые вообще-то предназначались Зеленскому. И где-то там очень удачно их применяют. Что вы несете? Давайте посмотрим, что сами молдавские граждане думают о, как вы там говорите, евроинтеграционном проекте команды Санду. Вот согласно недавним опросам общественного мнения, почти 60% молдавских граждан считают, что дела в их стране идут в неправильном направлении. 62% граждан Молдавии не согласны с тем, что на важные государственные посты назначаются выходцы из Румынии. Более 60% граждан Молдавии уверены в том, что действия властей по реформе органов юстиции не привели к снижению коррупции и направлены исключительно на установление контроля над судебно-правовой системой Молдавии. Более 70% граждан описывают ситуацию, сложившуюся в стране за годы правления Санду, словами «откат» и «стагнация». Почти 60% считают, что Санду живет на неявные доходы и не заслуживает переизбрания на второй срок. Эти цифры говорят сами за себя, они наглядно демонстрируют, насколько руководство республики в действительности отдалилось от интересов собственных граждан. На фоне своих стремительно падающих рейтингов в преддверии предстоящих осенью президентских выборов власти Молдавии ищут поддержку не внутри страны, не у собственных граждан, не у своего электората, а за рубежом. А возможно, и делают правильно, потому что избирать-то их будут, видимо, на зарубежные деньги. 21 марта молдавский парламент голосами прозападного большинства в первом чтении одобрил законопроект о голосовании по почте в пилотном режиме. Нюанс в том, что он предусматривает такую возможность только для молдавских граждан, проживающих теперь, внимание, в Соединенных Штатах Америки и Канаде. Многотысячная молдавская диаспора, например, в России, представленная более чем в 20 субъектах нашей страны, такой возможности будет лишена. И это не единичный случай оскорбительной дискриминации молдавских граждан их собственным правительством. Вот, например, 26 февраля Министерство культуры Молдавии приняло решение не включать нашу страну в список государств, в которых планировалась организация мероприятий по празднованию Мерцишора. Это национальный молдавский праздник, который знаменует начало весны. К счастью, из этого ничего не получилось, и на прошлой неделе российские молдаване провели в Москве фестиваль молдавской культуры «Мерцишор-24» с участием представителей молдавских организаций из более чем 10 регионов нашей страны. Для гостей была организована выставка изделий народных промыслов, костюмов, дегустация традиционных национальных угощений, выступления молдавских артистов, творческих инструментальных коллективов. В чем это говорит? Это говорит о том, что российские граждане прекрасно видят не евроинтеграционные успехи команды Санду, о чем она говорит. Дело в том, что этих успехов никто не замечает в самой Молдавии. Мы и дальше будем комментировать все происходящее, в том числе и потому, что режим Санду бесконечно использует слова «Россия», «русские», «россияне» в уничижительном контексте и в том числе для того, чтобы разжигать ненависть к нашей стране у граждан Молдавии и молдаван, которые никогда в жизни, никогда в современной истории не проявляли ничего, кроме желание дружить, развивать отношения с гражданами России, русскоязычными, русскими, представителями нашей многонациональной, многоконфессиональной страны. Вот именно на это мы и будем ориентироваться. А всему вранью Санду мы дадим достойный отпор. И я еще хочу сказать, вы знаете, ведь бьет Санду не столько по нам, не столько по России. Бьет она не только по
чувством своих граждан, которые не хотят становиться вот этим самым агрессивным быдлом, когда то же самое на их глазах режим Зеленского делает с гражданами своей страны. Бьет-то Санду еще больнее. Она пытается изничтожить внутри Молдавии любовь молдаван к своей собственной культуре, к своей стране, к своей земле, к своей истории и к своим настоящим героям. Вот она за что принялась.